Всем привет, дорогие мои! С вами Конова Аня, проект Faberlic Online и мой заказик. Итак, ну, конечно же, мне пришел каталог. Суперские, классные, парфюмерная вода будет дариться с 22 января по 11 февраля. Не забываем, что у нас будет повышение премий, бонусов, всего-всего в каталоге номер 2. Повысится абсолютно все. И бонус материнства, и бонус развития, и быстрый старт, и квалификационные бонусы, и баллы на выплату повысятся, и баллы на закупку. То есть все повысится, и все мы с вами будем зарабатывать в несколько раз больше. Поэтому я, в принципе, очень-очень довольная. Все начинается с любви. Отличный каталог и вообще в тему. Ну что ж, давайте с вами будем смотреть. Первые два маленьких чека — это USB флеш накопители, такая вот маленькая кучка. Это у нас идут для серебряных VIP-консультантов, да, те, кто более 50 периодов подряд делает 100 баллов, им вот такая красота в подарок. Но не в подарок, а с очень хорошей скидкой. То есть она доступна только серебряным VIP-консультантам. Да, я уже открывала, показывала этот USB-флеш-накопитель неоднократно. Вещь действительно суперская. Давайте с вами один откроем и посмотрим. Он очень такой хорошенький, маленький. И брендированный. Вот такой пакетик. Да, видите, тут логотипчик Faberlic. Вот очень удобно. Сама таким пользуюсь очень давно. Мне нравится. Так, конечно же, я заказала нижнее белье. И это нижнее белье мне очень понравилось. Знаете чем? Тем, что оно идет натуральный хлопок. Тут 95 хлопок, 5 эластан. Трусы называются слипы с завышенной талией, как раз таки бесшовные. Очень приятные. Я заказала своей дочке, ей 11 год, размер XS. Жду, вот может быть еще и ей подойдут. Есть такие бежевые, белые и вот такие вот черненькие с завышенной талией. Мне очень понравились. Размер XL прям мой прямой. Я 52 размер и вот... Тут еще есть аннотация, как их стирать. И вот как раз таки тут такая вот резиночка, что-то типа приклеена. Она не отпадывает, ничего. Я заказала, получается, 1, 2, 3, 4. Тоже по VIP. Обязательно беру все по VIP. 504, 564. То бишь 70% скидочкой. Дальше, вот пока не забыла, еще один чек. Тут мы много отмечали. Да, то есть еще один чек. Такой вот большущий на 19 тысяч рублей. И еще будет вот такой вот чек на 7 тысяч рублей. Вот он, да. То есть тут у меня реально огромное количество всего. Тут будут и купоны, и все. Так, еще один каталог. Ну, во-первых, у меня заказали термокружку. Я уже ее вам распаковывала, показывала. Тут будет видео на нее подробное. Могу вам сказать, что кружка бесподобная. Пользоваться ей одно удовольствие. Эта новинка меня очень сильно зацепила. И мне очень сильно понравилась. Далее, мой любимый шампунь Blonde Icon с артикулом 2710. Он реально классный, очень хорошо нейтрализует мою желтизну волос. Пользуюсь им уже, можно так выразиться, даже несколько лет. Беру с собой во все поездки, очень нравится. Суперский, просто суперский. Вот, да, вот пару штучек заказала, это все мне. Артикул 2710. Дальше, мой любимый увлажняющий тоник для лица. Гиалуроника, артикул 2821. Вот, как вы видите, заказала 4 штучки себе. Это все по купонам. Дальше очень нравится такая вот пенка. Великолепная просто пенка для полости рта, которая очищает и налет, и все. Она идет с артикулом 1813. Очень легкая в применении. Ее можно брать с собой в дорогу. Тут взбалтываем. Вот так вот пару пшиков в рот. Полощите, выплевываете. Вкуснятина еще та. Вообще ананасик такой, очень вкусненько. И зубки очень хорошо очищают. Ощущение свежести. Далее вот такие вот БАДы. Это уже не новинки, я их показывала, но для меня не новинки. Эти БАДы дают усвояемость всем питательным веществам и тем, кто, допустим, страдает там какими-то желудочными заболеваниями или еще чем-то, да, очень хорошие БАДы. Пептиды, артикул 158-67. По идее, это масло кедровое с живицей и плюс пептид-комплекс Signum 18. Что мне в них очень сильно понравилось, сказали, что они для похудения. Ну что ж, попьем, посмотрим.
Попробуем. Попьем, посмотрим, какой у меня вот результат. Обязательно буду рассказывать в пустых баночках. Итак, значит, живица кедровая с кедровой живицей и сигнальным пептид-комплексом Signum 13. Это у нас получается такой остеопротектор, который идет как комплексный продукт, который применяется для профилактики заболеваний опорно-двигательной системы. Мне как раз таки по поле именно вот этот Signum прописали. Сейчас он стал 120 капсул. По 2 штучки нужно его принимать 2 раза в день. Как область применение, это биологически активная добавка, значит, тут ваточка идет такая, что это биологически активная добавка к пище, которая рекомендуется в качестве дополнительного источника витаминов В1, В2, В3, ПП, В4, Е, Д2, Д3, С, омега-3 и так далее, омега-6, омега-9, жирные кислоты, в общем, очень такой богатый у него состав. Он делает очень много, но больше всего для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы способствовать поддержанию достаточной минеральной плотности костей, процессу восстановления повышенным нагрузкам или метаболическим нарушениям. Он активирует функцию тимуса, поддерживает работу иммунной системы, и биологическая активность продукта обусловлена входящими в состав компонентами и их синергетическим воздействием. Очень крутая штука, прописала мой врач это папочке моему, и я вам могу сказать, что папочка вроде как и лучше начал двигаться, потому что он у меня парализован, никакие ЛФК, УФК и так далее, он ничего не хочет, сидит дома, и я его ничего не могу ему заставить сделать. Так, дальше вот такой вот гель для бритья с кислородным комплексом. Он теперь большой, 100 мл. Большая упаковка, поэтому хватит мне его на очень-очень долго получается. То есть это такой вот прозрачный гель, которым очень удобно бриться всем, в принципе, да. Я считаю, что если бы не запах, он вообще-то унисекс. У меня муж выбирает именно его. Еще хотела сказать, почему именно его. Артикул 2962 только по той простой причине, что под пенкой для бритья, у нас очень хорошая кислородная пенка, но под пенкой для бритья он не видит родинки, какие-то еще что-то, и все время режется. А тут он не режется. Он видит, что он нанес, оно просвечивает, и ему очень удобно бриться, и он себя не ранит, не травмирует, как бы вот таким образом. Конечно, у мужчин с очень гладкой кожей, я думаю, таких проблем не будет. Дальше я заказала по 2 бальзама и по 2 масочки анти-йеллоу. Масочка анти-йеллоу, я вообще от нее кайфую. Артикул 2712, это та вещь, которая к шампуню идет как дополнение, да, то есть шампунь это первый этап, масочка анти-йеллоу второй этап 2712, и она очень хорошо работает именно с желтизной. Раньше она текла, сейчас она не течет. С артикулом 2711 восстанавливающий бальзам, тоже он идет для осветленных как раз блондинистых волос. Я не могу сказать, что мне его прям полностью хватает, но еще есть первый, второй, третий, и еще есть четвертый этап, вот эта вот сыворотка, и в дополнение ко всему тогда волосы, да, отлично себя чувствуют. Далее, конечно же, куча салфеток для интимной гигиены, они были по акции и по распродаже, наверное, остатки сладкие, скорее всего, их распродают, очень сильно мега дешево, и я взяла вот столько пачечек, 2607. Салфетки у нас улетают только так. Очень жаль, что нет детских салфеток 0+. Вот такие салфетки-ловушки для защиты одежды от окрашивания. Одна салфетка равно одна стирка. 20 штучек в упаковке. Артикул 308-44. Раньше их брали на Вальберис, сейчас берем Фаберлик. Просто шикарнейше. Ну и... Как я называю, листовой стиральный порошок для аллергиков и путешественников. Частенько с собой берем такой порошок и стираем что-то в номере, где-то что-то очень нравится, очень удобно, клево, классно. Ну и плюс ко всему, когда порошок листовой, вы листочек кладете в барабан и как бы никакой пыли, как от обычного порошка, да. Но если дома я пользуюсь гелями, например, или порошком, и мне без разницы, да, я не аллергик, то вот в дорогу мне с собой больше нравится вот такую вещь брать. Отломил сколько-нибудь или целиком из расходовал этот листовой порошочек. Замачивать удобно, все просто великолепно. Артикул 308-43. Ну что ж, первая коробочка все. Во второй коробочке мы с вами видим ростки пшеницы, вид грас называется. Вообще, для чего я его купила? Ну, сам по себе он вкусненький, как зеленая травка, такая на вкус, очень приятно. Его реально хорошо добавлять и в суп, и просто так пить, и просто чем-то посыпать. Но я его взяла, потому что моя дочка младшая ни в какую не ест зелень. И это как раз уникальный суперфуд, который изготовлен из молодых ростков пшеницы, прошедших щадящую сушку и смолотых в порошок. И как раз вот эти молотые ростки пшеницы, оба... Выстрелила, да?
Видите, оно как пыль. Видите, на пальце везде рассыпалось. И как раз вот эти вот молотые ростки пшеницы, они не только имеют приятный сладковатый вкус свежей травки, но они еще и являются незаменимыми источниками клетчатки, хлорофилла, белков, витаминов. Вот все, что у меня дочка отказывается. И мы сейчас ей даем хлореллу спирулину и вот этот вот порошок. Ну, так приходится, потому что именно это средство, оно является кладезем таких витаминов, как А, Б, С, Е, витамин Д, минерал, железо, магний, калий, фосфор, кальций. В общем, тут очень такой богатый состав. Сейчас я вам сфокусирую все. Так, говорила ли я артикул 157-68. Еще у него есть классная вещь такая в составе, как 19 аминокислот из 21 возможной. Выводит из организма токсины, тяжелые металлы, идеальный источник хлорофилла, витаминов и минералов. Поэтому все, меня дочке деваться некуда, Фаберлик опять ее спасет. Плюс он очищает кожу, замедляет процесс старения, ускоряет обмен веществ, в упаковке 25 порций. Вот просто представьте, как круто, да? Дальше, такой вот чай. Хотела взять 10 штучек, но что-то вот забыла исправить в корзине. У компании Фаберлик, как вы знаете, есть такой косяк, смешной, прикольный, когда много с сайта, да, не добавишь штук, надо по одной добавлять. Я думаю, в корзине исправлю. Ну вот, да исправляла в корзине, забыла. Артикул 157-71. Это идет как бы такой, и кишечник лечит, как бактерицидное, противовоспалительное, но также оно идет и слабительное. То есть он кишечник лечит и все лишнее выводит. Тут 20 фильтр-пакетиков. Очень мне нравится состав. Вот, пожалуйста, почитайте, посмотрите, сфокусируйте. Обалденный просто состав. И он вкусный, ребята. Он реально очень вкусный. Его хочется просто так пить. Ну, конечно, не рекомендую перед дорогой, кто пьет первый раз. Также антибактериальное мыло, пару штучек взяла. Заканчивается уже у нас мыло 2717, оно идет в составе с хлордексидином. Потом по две штучки взяла еще вот таких вот парфюмчиков для стирки. Это мои самые-самые любимые ароматы. Действительно, аромат держится долго, даже на морозном балконе в минус 30, минус 25, минус 30, хоть бы что, этот аромат чувствуется. Ягодная энергия 308-47, а цветочная гармония 308-46. Просто огромная вкуснятина. Ну, конечно, из всего заказа я больше на БАДы сетую, да, то есть БАДы для меня это все, конечно же. Далее три мицеллярных таких вот огромных воды. Они мне нравятся, цвет, вкус, запах, консистенция, как они быстро все удаляют. Кроме водостойкой косметики, на минуточку, да, также она идет как ухаживающая, увлажняющая, поэтому 28-19 артикул, наверное, надолго сейчас у меня, потому что лучше, наверное, еще в компании нету, чем вот она. Так, дальше. Концентрированный гель для стирки черного. 308-41. Люблю его, из года в год заказываю. Так, для стирки цветного 308-42 белья. Так, для стирки деликатных и концентрированных тканей, получается, различных, да, артикул 308-40. Тоже очень хорошее средство. А это у меня ультракондиционер для белья. Ну, тут все практически он или порошки. То есть тут много-много-много всего. Значит, это мой самый-самый любимый аромат. Артикул 308-53. Очень вкусненький, хорошенький, клевый, классный. Ну и в последней коробочке такая сборная солянка. Во-первых, я заказала вот такие охлаждающие гелевые пластыри для тела. Они имеют охлаждающий эффект. И я их израсходовала, к сожалению, на не очень приятное дело, когда у меня у ребенка поднималась температура. Вот смотрите, мой личный эксперимент. Температура 38,5. Я ей накладываю пластыри. Один так вот на поллба и второй на поллба. Если их не распечатываешь, они не охлаждают. Они начинают быть холодными только после того, как вы их открываете, и начинает становиться быть контакт. Да? То есть вот такие вот пластыри. Тут надрываете, но он, видите, коротенький. А температура была высокая. И я думаю, дай-ка я возьму и приложу ко лбу с одной и с другой стороны. То есть от ушка до середины лба мне хватило пластыря одного, и от другого ушка, получается, опять до середины лба. Ребят, эффект был просто клевый и классный. Через 20 минут у нас уже было 37,8. Нам не пришлось прибегать к химикатам и скидывать температуру. Это во-первых. Во-вторых, он действует 8 часов, она не хотела его снимать. Тут еще есть несколько вариантов использования. Он облегчает состояние при солнечном ожоге, защищает от теплового удара, если вы в какой-то жаре там на экскурсии, пожалуйста, там на плечо, на руку прилепили, вы уже не перегреетесь,
вниз, потому что у вас одно место там где-то будет мерзнуть, да, то есть, ну, очень интересно. И, конечно, облегчает состояние при жаре и головной боли. У меня температура тоже зацепилась, была 37. Я его просто один раз подержала, но, если честно, через час я замерзла, и температура у меня ушла, и я замерзла. Просто так его ни в жару, в обычную, вы не поносите. Очень хорошая тут идет аннотация. Меры предосторожности, что только для наружного применения. Артикул 910-104. Состав тут очень интересный. Гидрогель, мята, нетканый материал, борнеол и вода. Все. Дальше сейчас будете смеяться надо мной. У меня девчонки смеялись. Та-дам-да-дам. Это теперь согревашки, да, грелки для рук, которые самостоятельно нагреваются. Я их вам тоже уже снимала, вы тоже тут и пластыри, и грелки, да, видите. И могу вам сказать, что вот это просто кладезь всего. Очень жаль, что нет пластырей для обуви. Тут их 3 пары, 6 штук. Артикул 910-515. Сейчас я одну упаковочку открою. Что удобно? Пошли вы куда-то гулять, кататься на санках, сунули в карман ребенку, сунули себе, уже не замерзли. Когда появится для ног, то же самое. Пошли кататься на горку, приклеили в ноги и все. Очень много, кстати, их еще покупают сейчас на зону СВО. Если честно, очень много покупают, отправляют. И я вам могу сказать, что это действительно очень удобно, очень клево, очень классно. 910-515. Грелки для рук самонагревающиеся. Тут идет температура до 56-60, время работы до 10 часов. Но если сильно морозно, их положить в снег, то они, может, часа 3 проработают только, да? Ну, понимаете сами. Честно вам скажу, я ходила на мероприятия, понятно, грелки я для ног у меня были в сумочке, и я до такой степени сильно замерзла после мероприятия в Казани. Было минус 26, мы пошли гулять на ярмарку. И вот на этой, кстати, ярмарке, так, лучше сюда положу, мы загулялись, потому что, ну, как бы там много всего интересного, нам хотелось все посмотреть. И, конечно же, я без телек, без всяких, тоненький костюмчик деловой, да, я ездила выступать. И вы только представьте, да, вот у меня коленки аж рыжие прямо такие, да, знаете, были даже не алые, а какие-то аж с рыжа, как они у меня замерзли. И я с превеликим удовольствием просто взяла в свои тапочки отельные, наклеила вот эти вот для ног, они у меня были с запасом, да, с собой, наклеила для ног, и у меня ноги постепенно начали отогреваться и даже жечь. Оно не жжет, но как бы для меня с мороза на тепло получилось здорово. И я просидела весь вечер в этих теплых тапочках, господи, как я кайфовала и никуда не хотела выходить. Даже мы еду с дочкой в номер заказали, представляете? Далее, это я заказала такую вот кучу папули, вот тут еще, да, то есть вот такая вот кучка мала у меня их получилось. Это получается согревающий пластырь, помощь при болях в мышцах и суставах. Тут идет очень хороший состав. Тут идет камфора, мята, метилсалицат и нетканый материал. Размер 9 на 6, на 6 на 8, 10 штучек их тут идет. И вы знаете, мы папе их начали когда клеить, он у меня приезжал, он сильно кашлял. Мы ему начинаем клеить, он кашлять перестает, говорит, ой, как хорошо, говорит, меня греет, перестает кашлять. Ну, здорово. Вообще, они после спортивных нагрузок их можно клеить в место, где вы знаете, что у вас заболит. Или, например, в место, где уже заболело на следующий день, да, он реально хорошо облегчает. Это тоже как бы такие согревающие пластыри с лечебным эффектом, потому что есть тут камфора и мята в составе, очень хорошо работают, часто пригождаются. Мне понравился эффект. Дальше и папульки, и себе в дом я заказала кетчуп. Папа у меня очень любит этот кетчуп, я его забыла заказать, он мне пришел уже в январе. Шикарный просто кетчуп, я очень рада, что он вернулся. Артикул 158-72. Папа кетчуп ест килограммами, как пожаловалась мама, поэтому завтра с утра я ему отправлю все это дело. Себе 3 штучки оставлю, остальное папе отправлю. Дальше БАДы. По купонам я взяла очень много БАДов. Вот, например, сегодня я делала заказ, и я заказала омегу-3 Форте за 555 рублей. А на сайте она 666 рублей, да? Ну, как бы, такие деньги на дороге не валяются, когда ты заказываешь 5, 10, 15 штук. Я всегда беру много. Например, 10 себе на четверых, 10 маме с папой, 10 свекру со свекровкой, чтобы они пили. И получается, ну, очень много. Поэтому я очень много взяла БАДов. Тут я оставила всего только по 2. Кальциум К2, артикул 157-61. Дальше, значит, гепатофорте. Это печень, артикул 157-59. Что мне нравится, с него мгновенно даже изжога проходит. Я прям кайфую с него. Вот такая вот красота. Огромная просто скидка. На самом деле D3 К2 стоит 1110 на сайте. А я его заказала, по-моему, за 740. Я взяла его тоже 30 штук. Вы посчитайте экономию. Это просто обалдеть.
чуть не встать. Абат просто шикарный. 158,09. Дальше дигидрокверцетин обязательно с витамином А, С и Е. 157,90. Очень хорошая вещь. Так, селен взяла, как обычно, артикул 158.06. У меня на YouTube-канале есть очень подробный обзор про все про эти БАДы от Эдигера, от специалистов, от врачей. Поэтому спрашивайте, если нужно, я вам обязательно скину в комментариях, прям пишите. Дальше, куркумин, а вот и омега, да, куркумин обязательно я заказала. Он от любого вида воспаления и для повышения иммунитета. Вот любой вид, там больно, например, коленку ходить, или там ребенок затемпературил. Это можно всем и всюду такое дело принимать для профилактики, чтобы быстрее выздороветь или вообще не заболеть. Артикул 158.00. Ну и, конечно, омега-3 форты. Наши мозги, волосы, ногти, кожа и так далее. Вот это в первую очередь нужно, конечно же, пить, принимать на постоянной основе. Ну вот и все. Мой небольшой заказик. С вами была Клонова Аня и проект Фаберлик Онлайн.